Всех приветствую. Сегодня будет короткое видео, просто повторю то, что говорил вчера. По сути дела, все по плану идет. Пробили мы вот этот хай. Ну так еще, так судя по биточку, еще можем чуть выше сходить. То есть у нас примерно FIBA на 7500, так что примерно туда мы и метим, а чуть-чуть не добили. Но опять же, в идеале, конечно, сходить вот сюда, вот на эту свечу, куда-нибудь на 8000, просто для того, чтобы стопы срубить, потому что очень многие торгуют, как бы ставят стопы за прошлый хай, и так вот, как бы, пока туда не добьют, оно может, как бы, и не упасть. Хотя, кто его знает, в принципе, все основные шортилы здесь сидели или здесь сидели, то есть, ну, когда их всех прикончат, когда все перестанут шортить и все купят, ну, сами понимаете, что после этого происходит, вниз пойдем. Никаких тузамонов тут не светит, но это такой структуры, оно не разворачивается, просто не может оно развернуться. Такой вариант, конечно, есть, сразу вверх пойти, ну, с чего бы вдруг оно будет расти. Так что сомневаюсь я в том, что оно вырастет, особенно это видно по эфиру. Ну какой тут тузамон? Сейчас, конечно, все хомы тут залетают, которые тут внизу боялись покупать. Они, конечно же, купят здесь, потому что, о, растет же. И оно вниз пойдет. Но опять же, я говорю, это еще не хай, еще чуть выше можем закинуть. Куда, да я не знаю, непонятно. Но вернется эфир куда-нибудь на 130 и биток куда-нибудь на 6000. Может быть, даже чуть ниже. Остальные рынки. У нас S&P прет и прет. Вот вариант надо было бы убрать, конечно, сейчас. Ну, короче, Трамп вчера написал, что он видит свет в конце туннеля. Рынки пошли в рост, до смеха вообще. То есть никакой причины для роста не было, просто Трамп написал твит. Там герчик над ним уже усыкался. То есть, ну, рынки сейчас чудные такие, трудно их предсказать. Вот что это такое, вообще не понимаю. Но суть в том, что мы идем на 2700, 2800, наверное. С откатами, конечно. Ну, как бы... Почему это растет, я не понимаю. По золоту у нас идем вверх. Пока мы 1710 не зацепим, думаю, оно никуда вниз не развернется. То есть тут по золоту как можно торговать? Пробой вот этого хая шортить. Можно еще разворотный какой-нибудь паттерн подождать. То есть тут пока он прет вверх, тут нечего шортить. По баксу мы пошли вниз. Все-таки, но пока что вылет коррекционно, то есть точно нельзя сказать. Но все-таки вот этот вариант основной, я не буду их повторять. Ну, евро, соответственно, можно покупать с целью на пробой вот этой вершины. Я купил на 1.1.40, как бы ТП-шечка. Просто от хая обычно отскакивает, будет что-нибудь вот такое, а потом еще раз вверх. Может не добить, но посмотрим. Этот вариант вниз пока еще актуален. Но вчера, видите, мы тут сходили, вот этот все-таки хвост зарисовали, зря перерисовывался, что сразу вверх. То же самое по фунту. Сходили мы за стопами и поперли вверх. То есть вот этот вариант вниз отменяется. Вверх прям. То есть бакс будет эту неделю ослабляться. И, соответственно, и рубль. Рубль прет вниз. Но вот сейчас как бы уже можно потихоньку покупать баксы против рубля, у кого как бы много рублей лишних. Имеет смысл. Беру все тут мазанину. То есть суть в том, что мы рисуем коррекцию. Это было А, это было Б, это было С. Еще, может, дорисуем что-нибудь такое. И после этого туда пробивать этот хай куда-нибудь на 85-90. Как бы надо будет подождать, пока оно нормально так отрастет, и можно заходить, стоп куда-нибудь сюда пожпнуть и спокойненько ехать. По крайней мере, я как бы все лишние рубли так закину сюда, в доллары. По евро тоже какая-то коррекция. То есть прямо вверх, скорее всего, скоро попрем. То есть мы уже зашли в эту зону. Там, ну, короче говоря, рубль должны как-то обрушить. Как обрушить? Да, я думаю, что нефть сейчас дорисует вот эту коррекцию. Ходит еще чуть повыше вместе с S&P. И потом они вместе дружно пойдут днище все выбивать. На чем не знаю, но там могут учудить какую-нибудь войнушку или еще что-нибудь. Но это об этом на втором канале скажу. Сегодня, наверное. Ну, так, что еще тут добавить? Еврофунт попер вверх. Он пробил этот хай вот этой свечой. Ну, скорее всего, он еще выше пойдет. Так что нормально тут все по плану. Так, и это вот ерундовина, ну как-то пока коррекционно выглядит, может, что за хворост вверх сделает, а может нет, ну как бы, по идее, вот сюда мы должны пойти, что еще раз подтверждает, что евро-то вверх попрется, потому что, ну тут явный треугольник рисуется. Ну и вот эту ерундовину надо шортить, опять же, неясно, сейчас или чуть выше она сходит или вниз пойдет, но вот это дно мы должны выбивать, а в идеале вообще вот это дно даже выбивать. Ну, не знаю, тут эта структура очень неясная, тройки одни, ну тоже треугольник, как на иене. Канада все-таки вниз прет, но опять же, это не точно, совершенно не точно, но пока вот по плану вроде как. Ну вот
Вот это вверх, как и говорилось. То есть, короче говоря, все, что говорил, все так и есть пока что. И что-то еще добавить. Но могу по альтам пробежаться. Ну, мне просили хриплого посмотреть. Ну вот, ну как бы тоже при этом, ну, как эфир, короче. Вот если смотреть альты и эфир, это одно и то же. Ну да, вся одна и та же структура. Это коррекционная структура, это никакие не заходные, это вниз пойдет. Но вопрос в том, а откуда шардить? Оно как бы на энтузиазме может вверх. То есть, пока вы все не купите, пока все здесь криптоблогеры не скажут, что это the moon, ну оно вряд ли вниз пойдет сильно. Ну, уже многие начинают говорить, что растет. Значит, скоро, скоро готовьтесь к шорту. Шорт может быть нормальный такой. Что еще? Наверное, все. Короче говоря, посмотрим, что будет дальше. Ну, короче говоря, бакс падает, S&P вверх, нефть вверх, биток, готовьтесь к шорту. Вот пока такие рекомендации и до следующей встречи.